Основным элементом физической и духовной подготовки к Пасхе является предшествующий Великий пост. В этом году он начался 15 марта и продлится до 1 мая. Соблюдают ли эту православную традицию ульяновцы, сейчас узнаем. Мясное исключала. Жирное, конечно, это сейчас не ем. Мясное не ела. И пощусь в каком смысле? В смысле духовном. В этом смысле. Людей надо уважать, жалеть, доброго всего им желать. Мясо я не ем, я питаюсь только овощами. Соблюдаю все каноны церковные. Хожу в церковь. Перед тем, как поститься, я ходил, причастился, исповедался. Ну, батюшка дал мне добро на пост. И чувствую себя хорошо. Почему важно, на ваш взгляд, постить, держать пост? Это большинство влияет на здоровье. Это очищение духа идет. Идет Великий пост, поститесь ли вы? Да. Как поститесь, что едите? Я в основном овощи. Си да кашу с салом. Солдатский харч. А почему конкретно не пощусь? Ну, потому что я считаю, что ну, тут вопрос не дань моде. То есть все постятся, и я пощусь. Тут вопрос более глубокий. И тут не главное, ешь ты там мясо или не ешь. Тут вопрос веры. А ешь ты мясо или нет, это не самый главный вопрос, я считаю. Вот. А тут каждый правильно должен подойти к своему питанию. И многим это просто-напросто противопоказано. Ну, вообще-то это не обязательно, но кому-то надо. Но это всем не обязательно. К сожалению, нет. Почему? Ну, слишком слабая сила воли. Но коллеги мои постятся. Частично пощусь, да, потому что маленький ребенок, не могу поститься полностью. Молочку в любом случае я не могу исключить, так же, как и мясные продукты, потому что прежде чем дать ребенку покушать, нужно обязательно попробовать, свежий продукт или нет. А так я не принимаю алкоголь, то есть вредных привычек у меня нету, ну и стараюсь есть сладкое, исключительно постное.